Доброе утро, дорогие подписчики. Ну что, вот такое утро, идем на работу. Хороводит снег с дождем. Дорога мокрая. Весна не сдается. Чи только зима не сдается. Весна все-таки подходит. Люди уже готовятся садить картошечку. Вон Дмитрич у нас говорит уже на выходных. Если снега не будет, буду садить потрошечку. Готовят уже мотоблок. Но мы думаем, еще рано, еще у нас через месяц будем, если садить. А в Сиротино уже люди готовятся к посадке. Я думаю, в Боровском тоже. Не все, но думают про это. Вот так. Снег с дождем, мокрая дорога. Мы идем на работу. В масочке сопли, блин, появились. Так что вот так, ребята. Вот так. Уже весна скоро. А у нас все снежок с юга приносит. В кого? Какая погодка? Пишем в комментах. А такая вот природа уже все равно чуть-чуть зеленеет. Вечно зеленые туи зеленеют. Вот так. Еще надо топить и в котельнях. И в квартирах, и в домах, чтобы было тепло. Так что расслабляться еще рановато. А снежок потихоньку. Белый та лопатый. Не знаю, что будет видно. Вот так, ребята. Не сдается зимушка, зима. Но будем все равно ждать весну, чтобы быстрее уже приходило. А то людям надоело же. Особенно тех, кто топы у хатах, да и так платить за отопление лишнюю котейку, все думают, что ну и калахом. Вот так, ребята, снежок все больше и больше, не знаю, что видно вам оно вот так на видео. Где снежочек? Сейчас как раз подъедем, подивимся. Чи яблочко з'їли, то так ми заработалися і не подивились, чи яблочко ушли, чи що ми кормили шпаків. Зараз, ребята, буду знімати, показувати. І так, друзі, яблочко на місці. Що я вам хотів показати? Яблоко на місці. Холодна весна. Спят дальние огни. Как долго я искал мечту моей любви. Хороводит снег с дождем, мечта дорога.